Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la încă o ediție a emisiunii Ora Primarului. Aflându-ne în toiul și verva sărbătorilor de iarnă, ne-am zis că nu avem cum să nu fim și noi în ton cu magia și frumusețea acestei perioade, să mai lăsăm politicul deoparte pentru mai târziu și să purtăm o discuție cu accent de lumină, emoție și bucurie. O discuție pe care, în mod tradițional, o ducem cu președintele Partidului Politic Șor, primarul municipiului Orhei, Ilan Șor. Bună seara și bine ați venit! Sau la mulți ani! La mulți ani, bună seara! <gântului> în toiul sărbătorilor de iarnă nu aș vrea să discutăm atât despre politică, însă ne dăm seama că fiind la începutul unui an electoral nu prea avem cum să evităm în totalitate acest subiect, dar în, la maxim posibil vom încerca să ne abatem de domeniul politic. Prima întrebare, cum și unde ați petrecut acest revelion? Я, во-первых, в 12 часов, по традиции, уже третий год встречаю его с В предыдущие годы это была площадь центральной муниципиархии, в этом году впервые мы сделали в Архиленде. И ровно в 12 я был с народом, мы встречали вместе Новый год, мы радовались этому моменту, загадывали желания, каждый свои. А чуть-чуть до и чуть-чуть после я был в кругу своей команды, в кругу своих друзей, тоже в нашем муниципе. Мы вместе отпраздновали, хорошо спраздновали, но я надеюсь, что людям тоже понравилось. Каждый год мы стараемся повышать планку. И уровнем артистов, и уровнем организации мероприятия. Мне кажется, что в этом году прошло хорошо. Артисты у нас были хорошие, веселые, салют красивый, угощения вкусные, сам пил. Поэтому я думаю, что вроде бы людям понравилось, для меня это очень важно, потому что я хотел создать людям атмосферу, настроение. На самом деле это главное, то, для чего мы всегда делаем эти мероприятия. Da, într-adevăr a fost foarte distractiv Asta am văzut și noi dintr-o parte Observăm că în acest an Atât la Orhei Cât și la Orhei Land, Sunt vizitate de foarte mulți oameni De mulți vizitatori, atât din țară cât și de peste hotare Spuneți-ne, vă rog, atunci când mergeți Și vizitați Târgul de Crăciun Probabil discutați foarte mult cu oamenii de acolo Care sunt cele mai frecvente întrebări Care vi se adresează Da, e pravdu Очень часто встречаюсь с людьми, потому что у меня есть правила. Я э, раз в день обязательно посещаю ярмарку, проверяю, как работает, как убран снег, как идут дела, все ли все ли в порядке. И, естественно, встречаюсь с большим количеством людей. Многие просят фотографироваться, э, многие красиво встречают, многие благодарят, но очень большое количество людей говорит: мы хотим так же сделать, чтобы вы нам сделали в нашем городе, как у вас в Аргиве. Я им отвечаю очень честно, что мы скоро сделаем так по всей стране. Но людям нравится, и для меня это очень важно, и много очень с Кишиневой, с севера, и с юга страны приезжают. И вот прям приятное такое настроение, что вот они такое, все-таки мы, мы сумели создать, пусть еще не до конца, mm -hmm. но такое маленькое Монако, like как well, во всей that, that. Европе, да, у нас есть. Все -таки. știm și vedem asta și ne convingem zilnic că Orheland uimește pe toți, în special pentru cei care îl vizitează pentru prima oară. În opinia dumneavoastră, care atracție este cea mai solicitată, preferată de vizitatori? На самом деле, наверное, все, потому что кто-то любит каток, детки любят горки, кто-то идет специально в цирк сейчас, кто-то идет на аттракционы, которые мы поставили. кто-то приходит на концерт, идут на, на концертную площадку. То есть у каждого мы постарались, смысл всей этой ярмарки был в том, чтобы каждый возраст нашел там себе какие-то развлечения. Кому что интересно. То, То есть, чтобы семья, состоящая из двоих взрослых и двоих детей, или из одного ребенка, могла приехать и нашла себе что там делать. Фея мембра лица с регасяшка в дистракции. Себя, да. да. Думаю, персонал, чего плачет чем-то много на Орхейленду не могу ответить на вопрос, потому что в каждом есть... Вот я с детьми был сейчас на выходных, мы пошли в цирк, потом покатались на паровозике, потом дочка покаталась на коньках. А ты не Да, мы пробовали все. На самом деле в каждом есть свой... Своя фишка, так по-молодежному сказать. И вот мне именно это и нравится. Понял. Думаю, Шор, как мы знаем, и в этом году вы Дар, подарок, подарок орхидеям. Можете рассказать нам немного больше о Часто сюрприза. Конечно, да. Я обещал людям, я свое же слово держу, что будет в Дворьеве новый бесплатный транспорт. Мы долго к этому шли, потому что мы четко пытались отобрать для себя, какой именно транспорт взять, потому что это проблема оказалась. Потому что не все производители готовы были дать нам дистрибуционный контракт, чтобы сделать сервис-центр у себя в городе. Не все производители шли нам на те условия, которые мы хотели. То есть было очень много, в том числе из-за отсутствия полномочий примара. Мы э, стопорились в ряде вопросов, были вынуждены там, определенные процедуры проходить, которые на самом деле не совсем логичны, но законодательство и законодательство, будем уважать закон. В конце концов мы это сделали, и к Новому году мои любимые жители получили подарок. Это новый комфортный безопасный транспорт, а главное бесплатный в часы пик когда люди едут на работу, когда люди едут с работы. Мы, мы сделали возможность, чтобы люди ездили бесплатно, как я и обещал. Поэтому я надеюсь, что всем очень понравится. Более того, для меня что важно, что это первый собственный городской транспорт в нашей стране. И, имеется в виду маршрутки, потому что сегодня в стране такого нету. Это является собственностью наших горожан, является собственностью города. 37 транспортных единиц, которые, я надеюсь, что будут служить определенное время. Все установлены, оборудованные кондиционером, потому что мы просмотрели, чтобы летом людям было прохладно, что да. чтобы было комфортно и было удобно. Еще Wi-Fi, где там да, и, будет, и будет да, да, mm -hmm. да, и Wi-Fi обязательно, и камеры, и многое другое. Я понял. В этом году, на десерваторе вы решили сделать сюрпризы не только орхеянам, но и жителям Бальц, Комрад, Кишинев. prin concertele pe care le-ați organizat în care a, a evoluat uh, interpretul rus uh, Stas Mihailov, a fost surpriză pregătită din timp? Нет, это спонтанная идея. После того, как Stas выступил в în э-э наши представители партии по всей стране получили массу э обид, недовольств. Что почему мы mm -hmm. почему мы не можем организовать концерты Стаса в других Боял, регионах, ей, в том числе, да, а потому а что люди как... хотели, не у всех получилось приехать на этот концерт, и мы приняли решение поддержать их инициативу. Я попросил Стаса, он согласился, и вот сегодня мы организовываем эти концерты для всех регионов нашей страны. как Михайловка. Первый концерт в доме, Молдова. Я ему по-человечески сказал, я говорю, вот люди просят, давай сделаем новогодние красивые подарок. Я говорю, вот мы не успеваем это сделать там 28, -го, 29, -го, 30, -го, потому что у него был забит график. Я говорю, давай сделаем сразу после Нового года так, чтобы людям было приятно, комфортно к праздникам. И он согласился, он на самом деле хороший мужик, mm -hmm. такой настоящий мужик, мы с ним знакомы достаточно давно. И, в принципе... Напоследок проблема ну, Да, Он сказал, начну год с Молдовы. Minunat! Să fie de bun augur! Sperăm da. să nu fie nici prima, nici ultima oară când da, la concertează. Știu că ați fost primit cu multă căldură de locuitori unde au avut loc concertele, deși se consideră cumva că în aceste localități sunt alte viziuni politice. Ați fost pregătit pentru asemenea întâlniri? Bineînțeles, mi-a fost foarte что că oamenii ne-au но așa, dar a fost что pentru că eu посещаю foarte mult regiunea noastră, много foarte mult oamenii, Ludi vede ce am făcut în 3,5 ani și хотят того же. Cum ziceam, sunt și anumite probleme politice de actualitate peste care nu putem trece pur și simplu cu vederea. Partidul condus de dumneavoastră știm că a depus actele pentru a înregistra lista candidaților pentru scrutinul parlamentar din februarie.

Спровоцировано это было партией социалистов. Они давно проявляют боязнь к нам. Потому а что... аргументы claro, что провокация ну, их представители, конечно, там активно начали борьбу. Но... А я понимаю их страх, потому что люди видят, что сделано нами, что сделано ими, какие результаты они добились в тех городах, где они руководят уже 4 года. Какие результаты добились мы в своем городе? Люди сравнивают ведь все и на самом деле все видят. Я уверен, мы, скажем так, уже сделали так, как они хотели до конца, хотя не считаем, что это справедливые требования, и э, будем ожидать позитивного результата. надеемся, что в течение будет регистрация. Luând în vedere faptul că sunteți susținuți de mare parte a populației și asta s-a demonstrat de nenumărate ori în multele acțiuni și manifestații, luați în calcul dumneavoastră posibilitatea adresării către oameni pentru a fi susținut? Căneștă, da. primul rând, очередь и мы, как vom и народ, будем защищать себя такой формой, которая понадобится для результата для нашего народа. И сегодня, если потребуется, мы обратимся с призывом к народу для того, чтобы защитить наши Domnule Șor, ah, din nou revenim la politică, că este de actualitate, vrem noi sau nu. În opinia dumneavoastră, nu vă pare cumva straniu faptul că Maia Sandu a ales să, să nu candideze în Republica Moldova, ci în afara țării pentru diasporă? Nu, să vedem obiectiv în situație. Один, знаете, это парочка твикс наша. Один тоже не пошел у себя дома, а пошел под Кишиневым. В Орбизандре Да. Вторая настолько боится своей страны, внутри страны, что она побежала за границу, убежала. Кредитская СТУ, Фрика, Да, потому что там легче пудрить людям мозги. Она рассказывает там какой-то бред. Люди, не живущие в стране, долгое время не знают, Определенных моментов, она пытается убедить в своей чистости, праведности и всем остальном. Люди, живущие вне стране, не знают, что она была уже у власти, умудрилась закрыть половину школ, из-за из чего половина сел осталась пустыми, что она умудрилась поучаствовать в ряде коррупционных скандалов, что она умудрилась пожить на деньги Платона, что она умудрилась полетать за мои деньги, что она умудрилась побывать в банковском скандале за который она кричит больше всего что она умудрилась быть правой рукой э, филата и многое 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 mm -hmm. другое mm -hmm. люди, mm -hmm. люди за границей mm -hmm. возможно не всего знают люди за границей к сожалению не бывают в аргиеве для того чтобы сравнить нас посмотреть кто есть кто и кто что сделал ведь она уже была у власти. Если она была у власти, она могла уже что-то сделать хорошее для страны. Все, что она сделала, то уничтожила школы. То есть э, соответственно ей удобнее там обманывать людей, чем здесь. Здесь про нее уже все все знают. Пошла туда. <связываясь> <связываясь> Там легче это сделать, чем здесь. Ну, у нее есть такие надежды, пусть попробует. в конце концов, мы демократическое государство. Каждый должен баллотироваться, где хочет. Вон вода. Какие ваши кандидаты, думаю, у вас по слогану «Астаз и Норхей, мыне, в тоа цара»? Сунтец прегатит пентру скимбаря антрегий цари, аша кум есть Норхей, и как де реал есть имплементарь слогана? слоган политик, де факт? Смотрите, я много раз говорил, что сегодня партия Шор это единственная партия в стране, у которой есть модель развития государства. Эту модель мы испробовали здесь, в Аргееве, в конкретно взятом городе. Модель включает в себя увеличение бюджета, имплементирование социальных программ, немедленная реконструкция инфраструктуры, дорог, парков, скверов и многого другого. Вот сегодня мы эту модель готовы взять и наложить на всю страну. Мы не рассказываем, как рассказывают наши оппоненты, с листочка. Им написали писари, и они читают, мы сделаем это, мы сделаем это. Но они никогда этого не делали. Они не знают, как это делать. Они не знают проблем, они deci не знают подводных камней. и Конечно. Ori. То есть именно поэтому мы сказали, что мы сегодня готовы взять на себя ответственность за всю страну и имплементировать ту модель, которую мы сделали в Аргее во всей Молдове. От А до Я. Мы четко понимаем шаг за шагом, мы четко понимаем день за днем, что делать. Мы это уже прошли, эту дорогу. Mm -hmm. Они пока еще сидят в книжках по политологии. А мы уже прошли этот путь. Они свои программы пишут в кабинетах с пиарщиками, а мы свою программу писали, когда строили дороги, вкручивали лампочки, ремонтировали дворы. Мы знаем это лучше, чем они. Идея, да, привела эта фраза требует быть серьезно, как таре, или это нет, полный серьез. Я считаю, что мы обязаны поднять свои регионы. И одна из методик поднятия регионов является перевод министерств в регионы. Поверьте мне, это поднимет сразу уровень ответственности чиновников на местах. Это поднимет уровень ответственности министров. Сегодня живем мы так. Министр зашел в свой кабинет, и вышел оттуда через X часов, поехал домой по одной и той же дороге. Он должен жить в регионе, он должен участвовать в других проблемах, он должен помогать, он должен быть примером. К к вам, конечно. Интервью. Мы не настолько большая страна, что мы не могли себе этого позволить. Ничего страшного. Сел, доехал, работаешь. Заседание правительства можно проводить в Аргееве. Да, я, конечно, как родом отсюда, Хочу, чтобы uh, правительство находилось, здание правительства находилось в Аргееве. Но все министерства по разным регионам. И это нормально. И мы таким образом сможем расшевелить немножко этих жирных котов, mm -hmm. чтобы они перестали локать с Миски и поехали работать. В регионы, общаться с народом, решать проблемы. А пора, да, пора работать фраза uh, я yeah, уже как сказал что оргеев это модель для всей страны модель того что можно сделать uh, для меня у меня сегодня сегодня мы есть фактически монако но еще мы три а я буду доводить это до 100 uh, у нас еще очень много uh, на самом деле для меня очень важно, чтобы мы в Аргееве имплементировали все те первые проекты, которые мы хотим имплементировать по всей стране. Сегодня Аргеев, вот смотрите, тихо-тихо стал туристической зоной для Молдовы. То есть люди с севера, с юга приезжают сюда. Правильно? Все, мы нашли, да, мы нашли это, формат. Да. Дальше я не буду раскрывать, у меня есть еще грандиозный проект, который сделает из Аргеева э, туристической зоны для нашего региона, то mm -hmm. есть для... Украины, Румынии. Поток будет очень большой. Мы разрабатываем сейчас очень деле проект. Есть конкретные планы? Да, но это пока секрет. Мы планируем в ближайшие три года реализовать этот проект. И через три года вы увидите, что Аргеев станет точкой притяжения для ближайших городов Украины и Румынии, как минимум. И mai exact despre o transformare cu adevărat în Monaco. Claro, de aceea vreau să Și acum propun să mai lăsăm politica deoparte pentru că ne vom reîntoarce ulterior sau în alte ediții la ea. Recent a căzut prima zăpadă din acest an, exact de sărbători. Spuneți-ne, vă rog, și de această dată ați ținut sub control calitatea lucrărilor de dezăpezire. Вы уже успели инспектировать эти Конечно, да. Всегда, когда выпадает снег, директор uh, нашего Сечеля всегда говорит, что в детстве я радовался снегу, сейчас уже не очень. Потому что я начинаю сразу звонить, нервничать. Uh, мы сразу начинаем инспектировать все улицы, тротуары в первую очередь, конечно же, дворы. Мы в этом году сумели докупить большое количество техники, что помогает сегодня нам, и можно увидеть в городе, качество почищенных тротуаров и многое другое. В этом году, вот мы даже сейчас первый экспериментальный uh, у нас проходит опыт, мы купили квадроцикл с лопатой, который самые сложные места, где не проходит даже маленький транспорт, ездит именно этот квадроцикл и расчищает uh, те места, которые необходимы к расчистке. Этот вопрос у нас в приоритете между вице-примарами разделённых районов нашего города, все на машинах катаются, смотрят, ездят, выходят, смотрят качественную причину тротуаров и так далее. и так То есть вы уверены, что будете делать встречу, даже с некоторыми интемпериями, потому что зима идет вперед. Уверен. Вы уверены, с уверенностью. Я предполагаю, что у вас есть и другие планы, изменения для муниципалитета Орхей. Какие планы у вас есть для 2019 в этой направлении? В первую очередь, конечно же, у меня задача продолжить все те проекты, которые мы начали. Социальное жилье и многое-многое-многое-многое другое. Главное, что в этом году мы немножко меняем, трансформируем свой подход к реконструкции инфраструктуры нашего муниципия. С этого года мы для себя определили следующее, что мы будем брать, у нас в городе 5 секторов, 5 районов. В этом году мы будем, однозначно мы закончим дворы, мы закончим реконструкцию центральных улиц э, муниципе у нас еще не так много осталось но есть но главное что мы будем заходить в квартир и пока мы его не закончим мы оттуда не выходим то есть нам за год надо покрыть квартир в квартир будет входить модернизация детского сада всех дорог частного сектора всех тротуаров озеленение восстановление сквера то есть полностью что называется закрыть инфраструктурно данные квартиры. Вот мы считаем, что этот принцип будет более эффективен, потому что мы туда сосредоточиваем всю технику, все силы, заканчиваем квартиры, выходим. Мы посчитали, что в принципе этот план очень адекватен, мы будем стараться хотя бы делать полтора квартира за год, то есть таким образом за три года покрыть 100% покрытия и асфальтного, и многого другого, но я считаю, что это очень-очень важно. Я уверен, что этот подход даст свой результат. Это такое маленькое мое ноу-хау. То есть не раскидываться по городу, сосредоточиться а на сделали, ушли, сделали, ушли. Как mm -hmm. будем работать? Нежal, арфии, как принципал, обе, объективы, по вы Потому что у нас еще есть в этом году, мы э, должны начать делать ливневые стоки канализации, чтобы избавиться от проблем на маленьких наводнений. Uh, у нас еще есть uh, воду, куда тянуть, uh, и многие те, да, и много, те проблемы, много. которые надо решать, мы Un despre care vom tăcum, discuta ulterior. Da, mai târziu. În aceste zile, mai ales de, de Crăciun, aș vrea să vorbim și să ne gândim la lucruri, nu știu, plăcute, la ceva ceresc, la suflet, la principii, de ce nu. Puteți să ne destănuiți legătura dumneavoastră cu credința. Ce înseamnă, în general, credința pentru dumneavoastră? Știți, eu și-au vă pus pe principiu Bohidin. То есть, да, я уважаю все религии, все веры, но Бог един для меня, и вера в Бога... Вы знаете, меня отец научил с детства одной простой вещи. Вера в Бога – помогать людям. Вот это наша вера в Бога. И для меня это является основой, потому что каждый день... Когда я просыпаюсь, я... Это я спросить, как вам помогает Да. Вот каждый день для меня очень важно знать, что я что-то хорошее сделал для людей. Вот конкретно. Пусть для 10 людей, пусть для 10 тысяч людей, пусть для миллиона. Но мне важно знать, что я каждый день что-то сделал. Вот это и есть моя вера в Бога. Am putea spune că prin credință ajutați alți oameni, da? da. Faceți fapte bune pentru ei. Este, Am înțeles. este cunoscut, bine cunoscut faptul că pentru dumneavoastră familia este ceva sfânt. Acest lucru poate fi înțeles cu ușurință și din proiectele sociale pe care le realizați, le implementați, cum ar fi capitalul matern, locuințele sociale, reîntoarcerea concetățenilor la baștină și altele. De ce este atât de importantă pentru dumneavoastră familia? Для любого человека семья – это тыл. Тыл, за который он может, э, на который он может опереться, тыл, с которым он идет рядом по жизни, тыл, с которым он хочет э, двиг, двигать процессы вперед. Поэтому я считаю, что семья она важна для каждого человека. Это опора, на которую ты рассчитываешь, Бинтересно. и на которую ты надеешься. только так Și în încheierea acestei emisiuni e o întrebare, bineînțeles, mai personală. Ce cadou ați primit sub braț de la membrii familiei dumneavoastră, bineînțeles, dacă nu este un secret? Nici secret. Mălinchi mi-a dat o cartină care a fost răzucrasă cu crăpături, iar sfârhu vatăi a fost veliplin de tmroz. Foarte frumos. A născut mine în cabinetul meu Dădica mi-a dat o mult ședei. Она взяла такую маленькую лошадку, разукрасила ее в разные краски. Тоже у меня уже стоит на столе. Это нечто как да, Да, да. А супруга мне подарила куртку. Uh -huh. Потому что я... Очень утил, для Да, потому что я очень uh, не люблю менять вещи. Вот если мне нравятся вещи, я ее ношу очень долго. Uh, точно так же куртка. У меня вот куртка uh, достаточно много лет. Я очень люблю ее, не меняю. Мне меня все требуют уже ее поменять. В этом году она мне подарила и сказала, так, если ты не поменяешь, я и обижу. Мне поставила меня перед сложным выбором. То есть, вы получили в какой-то мере те подарки, которые вы ожидали и желали вам в субботу. Да. Спасибо вам за присутствие на эмиссии и я желаю вам как можно красивее и прозрачнее в всех. Doamnelor, domnilor, emisiunea se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc sărbători pline de lumină, de speranță și de binecuvântare alături de cei dragi dumneavoastră. La mulți ani și la revedere!